надо еще ноутбук. Цель нейтрализована. Так, так, что такое? Блять. Не чувствуй, хоть. Ой, прыгивай. Жопа, а? Закрытили меня. Да. Я вообще повсюду. Откуда прилетает? Возможно, он еще жив. Ух ты, ёб твою. Сори, мы прыгали. Газ, обойди здание и перелез провода. Всем остальным приготовиться. Почему им просто вот сейчас, пока вот этот штурм идет, пока там взрывает, вертолеты, танки, или да, пехота. Почему им просто взять и не... Каш, выполняй! Убить, залог. Они же знают, что все это дело, да? Так, электричество отключено. Вперед! Виктор, тревожное ночного видения значительно все облегчит. Второй. Да. А, воу-воу-воу. Эй, спокуха. Что вам нужно? Свой. Кто вы? Спецназ? Это он. Капитан Прайс, слышал о таком? Ты сможешь. Я и воевать могу. Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием! Б-6, на связи Орлан. Мы в пути, конец связи. Так, почему сразу путь не зашли? Сначала весь дом зачистить, да, потом уже только убивать. Рам-рам-рам-рам, Форест. Давай. Относить задницу отсюда. Капитан. Там и вперед. Все, полетели. Американцы уже атаковали Аль-Асада! Нет, вторжение начинается через несколько часов! А что? Американцы ошибаются! Им ни за что не взять Аль-Асада живым! Так, да, мы здесь проходим кампанию за две организации САС, да, американцы, и вот это вот британская, или наоборот, я точно не помню уже, по-моему, вот это американцы, он у них орел, вся планета, 100% Windows. Но за них мы играем недолго. Разведка сообщает, что Аль-Асад, возможно, находится в одном из зданий западного района города. Мы окружим их и возьмем Аль-Асада. Всем ясно? Приготовиться! Да, вопросов нет. Забросьте мою тушку. Да, боже мой, что ж за загрузка-то? Ну давай, ну ползи. Покуда я помню, мне должны были дать миномет. Вас поняла, стрелок 6-4. Вылетаем через 10 секунд. Вас поняла. Блин. Мы попали. Вас поняла. У нас здесь гранатометы. Что ты чувствуешь меня сейчас, брат? Так, высаживайте, я здесь выйду. Дайте спрыгнуть. Я иду пролетаю еще от упора разложения радуюсь. Шви конечностями, давай. Пошли! Во!
быть освободить. Так, у нас из оружия М9 и М4. Окей. Вот нужное здание. Входим через левую дверь. На позиции. А как мы войдем? У нас прайса нет. Что за прайсы сегодня? Эмбо. ЛТ. ПБТ. Интересно, что такое ПБТ? Взрывай! Пошли, пошли! Хорошо, Friendly Fire запрещен здесь. Выключен. Джексон. О, это моя самая любимая комната вообще. За все мои Call of Duty. Нет, нет, убивай. О, я выжил. И так вот, ясно? О, здорово. М9, потрошки. Вот здесь можно набрать любого оружия, какого тебе хочется. Например, СВД взять. А за место М4 взять... М4. Геймер, РПГ. Так, здесь нельзя байки. Знаете, в локоть. Умри. Всем отрядом. Проверить все трупы. Искать Алясада. Да нет там Алясада. Здесь объекта нет, сэр. Здесь Алясада нет, сэр. Центр, говорит Красный Волк. В здании чисто. Алясада нет. Прием. Вас понял, центр. Конец связи. Кум, быть на чеку. Подождите, мне а где? Мне только что сообщили, что Алясад ведет передачу с телестанции. Полкилометра на отсюда. 7. Выдвигаемся пешком. Они закрыли уже или подойдете? Подождите. Не-не-не-не-не, стой, я не пойду. Здесь же мне должны были клейморы дать. Я требую клеймора. А, не на, на 6. Черт. Я поставил просто клеймора. Нельзя ее забрать обратно. Ну нет, мужики, я клеймору хочу. Вот тоска. Ладно. Придется без клеймора как-то пойти. Куда бежать? Сюда куда? Вижу противника! Да, угадал. Блин, а где бы их вообще через жопу? Понятно. Тихо. В спину палец. Издеваешься давно. Тихо. Иди обратно, стой. Обезьянье. Так. Ну что, это байки тут? Всё, мужики, обошел их. Можно забегать. Я наверх. Там снайпер с этой позиции класс. Вау, полегче. О, я вижу ноутбук.
Так, забрали всех. Вот снайперское же место, вот видно, что трупы валяются, убитые снайпером. Да, кинул ни хера. Кто там на втором этаже убит уже все? Как попасть на второй этаж? Туда как-то можно попасть 100%. Плохо, нашел. РПГ. Не, ну кто я такой, если я не выстрелю с РПГ хотя бы разок в этой игре, а? Давайте морковок мне побольше. Ух ты, ё! Никто не предупредил, что на её подыме. Что, не лучше в американской армии не лучше стрелять РПГ с бедра, а? Что ж это за армия так? Оба, блин. Приехал. Вот. Давайте еще разок. Ты свой, свой. Быть на чеку, сзади свои! Бум. Беги, беги, беги! Жалко, не показывает, попал я, не попал. Там сука, что-то я слишком много дохну. Так, я знаю, что эту машину скоро взорвет. Я хочу быть подальше от нее в этот момент. Ну давай. Фу. Фу. Ёпра СТ. Так, а вон там противники сидят. Я туда хочу. Туда никак не попасть. Я бы туда залез. Ого, смотри. Ни хрена ж себе. Круто. А нет, мне кажется, она меня туда не выведет. Блин, ну что это за такое? Секретное место. Лол. Выливаем. Наверное, если в мультиплеере, это уже место, карта есть. Да, нормально, можно закрыть. Наш валяется. Я тогда возьму. Так, 6. Телевизионная станция заблокирована и окружена, сэр. Отлично, занять позицию на прорыв. Вот так, раз. Че, все, что? 6-6. Блин, все, одна только клейма. Я в такой тоске. Все, пускайте меня. Я готов. Выполнять! О! Да? А в обход мы не хотим пойти. Уа, Рэмбо вообще. Кто тут что-то против меня? Конечно, правильно. Трубку приклеили. Патрошек почти не осталось. О, я помню это страшное место. Я помню, здесь пытался ноутбук найти. В
ехать так не надо, потому что уже нет. Уё! Блин. Вместо того, чтобы откинуть гранату, бросил свою. Фак за сиска. Ладно, окей, давайте сменим тактику. Давайте прям совсем тактику сменим. Только не так. Сейчас, секунду. Вот так. Так. Мне это нравится намного больше. Блин, да я ж ножом ударил. Вот как с ним сражаться. Крысить надо с угла, а не бы о, ёпта, вы что, дураки, что ли, в закрытом помещении с РПГ стрелять? Аптечку мне! А, это граната. 12. О, отлично. Тихонечко убираемся. Так, иди сюда. Что у тебя? Помпу, блин. Не, верни. Я передумал. Девять патриков, это конечно 9 патриков, но. Так, вместе со мной входит, правильно. Что, вдвоем с тобой все чистим? Чего у нас со спины никто не прикрывает? О, появились герои. Все чисто! Наверх! Лучше. Алясад должен быть на втором этаже! Кстати, многие говорят, что на картах мира их не страны типа центральными становятся, но как я тут вижу, вроде обычная карта мира, как есть, так и есть. Ну что, постучался? А вот и наши парни! Так точно! Я думал, так это новый. Точно! Не стрелять! Это свои! У Абрамса! Хорошо, десантники заходим. Блин, всем быть на чеку. Тут игра какая-то очень неправильно вырезана, мне кажется. Все багульки. Кто-то подорвался на Маклеймере. Аза-за. Ух ты, да ладно. Первый готов. Второй готов. Что это было-то? Что он так криво летит? Маркер, хреново. Все, затвор. Спасибо, что помогли, ребят. Просто взял, устроил текстуры в него и все.
и он не перед... А, нет, перезарядил винтовку. Показал. Ракета, что ли? Бомбят? Во! Кажется, он здесь. Я, по-моему, там телевизор. Я его слышу. Да, я прострелил ящик сквозь стену. А за. Лучисто. А где негр с рэп? Скажите мне, нигера. Нигер, ты негр? Грикс, выключи, да, ты негр. Вас понял. У меня все равно есть кое-что по-моему. Какой ты гладенький, а? Или станции чисто. Алясада нет. Передача шла в записи. Прием. Он не раб... Вас понял, центр. Конец связи. Все потому, что ты черный, понятно? Если тебе можно сквозь текстуры проваливать. Быстро собраться и на выход. Сегодня после ожесточенного боя силы морской пехоты США ворвались в город, где Алясад занял оборонительную позицию. В столице ведутся ожесточенные бои. Ночное небо озаряется зенитными ракетами и заревом пожаров. Колонна тяжелой техники начала группировку. Повторяю координаты. Черный Абрамс. 5, 2, 7, 6, 1, 9. Прием. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я помню, да. Но это классная миссия. Нужно вытаскивать танк. Вас потом понял. Вместе с экипажем прорваться сквозь два. Мы уже приближаемся. Конец связи. Да уж, мы приближаемся. Хрен знает где вообще. Пару кварталов оттуда. А, да, дружочка. Танк из группы Альфа застрял в полкилометре к северу отсюда. Нужно спешить. Пошли! Живее, живее! Подбитые 70-е наши, 72-е. Вот это прицел! Вот это прицел! А как вообще мне по сторонам посмотреть, как прицел? Давай, беги внутрь. Пока нас прикрывают, давай. А Battlefield без скриптов такие фигни постоянно происходит. Бля. Да ночное видение, ночное видение, вообще ни хрена не видно. Хотите, но я, короче... Нет, ладно, я передумал, я одену. Убедили. Не стреляй! Мы на втором этаже! Вас понял, переносим огонь. Куда ты его перенес? Ты... Не слушай, идиот, стреляй. Ну, вроде все. Ну он за диваном сидел. Чисто! Чисто. Ой, чисто. Грязно по всё. Огонь по флангу из пулемета! Из какого? Давай к их пулемет! Отрезаем путь! Стреляй через стены! Через стены, окей, босс. Отлично! Войска противника приближаются к танку. Сравняемся с землёй. Пистолет меня на РПГ. Не могу я. Уйти, не использую РПГ. Да лучисто! Чё, чисто-то? О, ноутбук. Вас понял!
варим их всех. О, нифига что у меня есть. Там кого-то подняло. А, меня убили. Я почти убежал. Сюда нужен панфер. Любитель стелс режима. Такое. Прятаться, нахера, это шута. А выскакивать, убивать налево направо. Пехотинку с РПГ убивать. Ай-яй, больно. Ай, мать твою! Чё ж РПГ так херово стреляет? Раз. Отбросить её, отбросить! Отбросил? Да. Всё, я мега крут. Давай. Вроде все готовы. Вот так я в ногу, и он живой остался. Нифига себе. И сюда. Так. Пойдемте на второй этаж. Остался кто-то? Ого! Там кто-то реально остался. Офигеть их там. Слушай, какая. Так, надо что-то... Подожди! Какой джавелин? Да, покажи мне ее. Джексон, давай на второй этаж и огонь по танкам. Я отсюда справлю. Огонь по технике на другой стороне. Я бы не назвал бы танки, больше каких-то вот эти. А, нет, это старые, смотри. Вау. Вон. Пехота рассосался. Смерть какой. Наш джавелин есть. Чё вы тут? Аккуратно дырки вырезаете. Б6! Мы попали под обстрел к северу от перехода! Блин, нас есть. Где вы, черт вас возьми? Мы почти на месте! Держись! Танк с другой стороны перехода! Давай, возвращаемся к нашим! Понял, что может быть никто исходить сюда. Давайте в обход пойду. Нет, чисто. Крысаков не видно. О, мы добрались до танка. Я у них взрывчатка, не дать им приблизиться к танку, РПГ вообще, две морковки, ну что-то, пусти.
Я понимаю, там всякая броня, все дела, но несколько раз в одно и то же место его все равно разнесет, там смещение, блин, бронелистов произойдет, тем более, что у нас РПГ кумулятивно вместе пробегает. Струем. Ау! Лучше бы танк стрелял бы. Ёпрошка. За броней. Рэмбо серов. Так, попробуем обойти со стороны. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой. Знаете, какое-нибудь нормальное стрелковое оружие. Второй ячейк. Например. Вот вот как они подошли. Там наших сидел. Эй, Шейн, доложите обстановку, прием. Вы все еще окружены, сэр. Там осталось четверо. Но танк еще на ходу. Прием. Противник с востока и с южного фланга. Удерживать позицию. Без комментариев. Эй, Шейн, доложите обстановку, прием. Вы все еще окружены, сэр. Нас осталось четверо. Но танк еще на ходу. Прием. Блин, у меня была последняя. Противник с востока и с южного фланга. Удерживать позицию. У них взрывчатка. Не дать им приблизиться к танку. В6, говорит Кабан. Пушка накрылась, но у нас еще остался пулемет. Ну отстреливайся сам, пулемет. Что ты, блин? Здесь идут. Твои, да ёлы-палы, ну как они так-то выносят по-быстрому? Эй, Шейн, доложите обстановку, прием! Вы все еще окружены, сэр! Нас осталось четверо! Но танк еще на ходу! Прием! Противник с востока и с южного фланга! Удерживать позицию! Ну, я вот с той стороны, пускай сами отбивают. Что будет с ним подходить вот сюда, вот к этой дистанции? Я буду, короче, собирать. Потому что, не знаю, не хотят, чтобы я туда пошел, штурманулось, что ли? Они там бесконечно будут. Дух можно отстреливаться. Беги, беги, беги. О, вылазка. Твои. Умный что-то. Да, сквозь листы простреливать должно. Офигеть. Блуд еще не кончаются, самое главное. В6, внимание. К западу от вашей позиции обнаружен противник. ВС, В6. Запрашиваю поддержку с воздуха. Прием. Хм. Ответ отрицательный, В6. Так, я видел, что это типа пулемета. Вражеская ЗПУ.
Пока вы ее не уничтожите, мы не сможем выслать к вам вертолеты. Джексон! Разыщи ЗПУ и нейтрализуй ее, чтобы вызвать поддержку с воздуха! Лопес, Гейнс, прикройте его! Так, выдвигаемся! Очистить западный подступ! Вперед! Ёпара сате, мужик! Там гранат влип туда. Так, не лезем. На крыше сидит. Чё, не одна. А взрывчатка на что? Блядь. На что взрывчатка-то? А, или просто надо туда идти? Поддержка с воздуха уже в пути. Им нужны наши точные координаты. Тихо, тихо. Что творишь-то, ё? Мужик. Я тебя трогал, нет. Мимо шел. Повезло. Откуда вы спины-то, блин? Мы же зачистим спину. Ёпта, всё так. Блин, надо до брони добежать. Здесь вот, да. Наша задача какая сейчас? Надо подсветить их, да? Здание окружено! Нужно вызывать поддержку с воздуха! Джексон! Устанавливай инфракрасный маяк! Сигнал маяка получен. Приближаемся с северо-востока. Ждите сигнала. Файтер. Надо. Я требую попасть. Второй, видишь кого-нибудь? Нет, мы всех уничтожили. Вас понял. Все цели уничтожены, мы улетаем. Удачи, парни. Прием. В зоне посадки чисто. Высылайте техников. Пора вытаскивать этот танк. Вас понял. Они уже в пути. Операция выполнена отлично. Конец связи. Ответ! Занять позицию у танка! Вперед! Абрамс один еще. А нет, вот так типа висит, так висит, а два. Внимание! У нас слишком мало времени, чтобы вывести отсюда. Займем позиции у болота. Здесь, здесь и здесь. Барпик. Техникам нужно время, чтобы починить Лол. Танк. Всем ясно? Да, конечно. И мы опять играем. За британский Марк Пехов, за британских.